Набрал ягодки, принес домой, бабушку обрадовал. Ты довольна, бабуся? Очень. Еще как, какие первые начинал рвать? Первая вот эта. Вторая вот эта. Вот это вторая. Это вторая. Это третья. Это четвертая, это пятая. Ну ты, наверное, ходил там, где сегодня никто не ходил. Я ходил там, где бараны ходили. Где я ходил 3 дня подряд. Не подряд? Вчера не ходил. Ну, вообще я имею в виду, что я сколько раз туда ходил. Ну, сегодня она красная вся. Да не вся она красная, но в траве. Но все равно уже совсем другой разговор. Еще вон одна бутылка. Вкусно пахнет хоть? Очень вкусно пахнет. Очень. Можешь сразу веник сделать, сходить в баню попарить. Ага, в какую? Ну как в какую? В какую баню, извините? Да в любую. А что, у нас бани здесь есть? Бани везде есть. Ой. 5, 10, 12, 13. Дай ту. 14. У бабушки работа на всю ночь. Занимайся, чё? Дед с 7 утра с 8 сегодня ушел, а бабки на всю ночь, пока переберу. А что делать-то тебе? Да правда что? Поспала, перебрала, проснулась, опять поперебирала, поела. Так я и делаю, который ну и все. День. Ну все. Все, все довольны, все смеются. Очень. Угощайтесь, кому не лень. Кому не лень, угощайтесь. Сейчас. Что, жадная, что ли? Не, конечно. Все, ладно. Идти надо. Ну все, давай. Вот тут рабочее место у нашей бабушки. Вот курочка по зернышку клюет. А бабушка по ягодке. Это сколько этих шкарлупаек надо оторвать? Ты посчитала бы их? Угу. А чё мне? Ну вот сколько перебрала, смотри. Мелкой-то совсем нет. Мелкой-то почти нет. Как вкусно пахнет на весь подъезд. Вкуснятина. В этом году уже получили хороший заряд витаминов. Мы едим со сливками. Ходим, покупаем сливочки. И прям вкуснятина, за уши не оттянешь. Утречком, как десерт. Вот эту, наверное, маленько подбираю, вот такую сильно крупную красную, заморожу, а зимой потом на десерт будем доставать понемножку. Но в этот раз у тебя вот эта баночка прям хорошая вся. Считаю, вся крупная и красная. А кто еще крупнее? Ну дай бог, быстрее переберу. А там маленькая вообще есть крупная. Последняя попасть. Как домой идти, так? Как домой идти, так эти появляются. Сразу ягоды появляются хорошие. Как всегда. Ну, как всегда. Так же, как за колбой ходили. За колбой только домой собрались, все, колба поперла толстая. Так и здесь. Вот она угорел. Практически вся вот такая. А? Практически вся вот. Красивая. Красненькая. Вон там посмотри, чистая, где уже. Вот тут вот. Вот они, сколько ее тут. Как вкусно будет. Там уже сливки на стрёме стоят. Хоть сейчас мешай. Угу. Ну ладно, все. Пойду пробегусь еще куда-нибудь.
Ну вот, и мешанина подошла со сливками. Клубника со сливками. О, бабушка мечет. Че, вкусно? Очень. А мне можно? Нужно. Простоквашино. А тут еще. Ой, сколько много. Там вот такая чашка. С чем? Клубника. Да? Вот там. Вон она. Вон еще чашечка с клубничкой. А вот еще не перебранная стоит. Раз, два, три. Вот стой. Тебе. А, тише, комарики прыгают. Вот одна, вот вторая, вот третья, вот четвертая, вот еще одна. Только неудобно будет их собирать, а то мне выдвигается у тебя рюкзак какой. Вроде нес мало, а вон сколько на. Ведра полтора, наверное. 5, 10, 11, 12, 13, 14. 15. Ну, конечно, эту, литров 15. Эту ягоду очень тяжело собирать. Так он ушел из дома, 7 часов, надо. Наверное, сегодня. А это уже мечете? Вкусно? Ничего не пробовали. Не пробовала? А что ты резину тянешь? Ну, я только выставила, что ж ты так прям сразу. Земляника в гости пришла. Земляника. Ну, я имею в виду землячка. Крупная? Да, конечно. Нет, вот самая крупная. Вот это вот. Вот тут самая крупная. Смотри, она уже прям и переспевшая вся практически. Отходов будет совсем мало. Да.